Здравствуйте, друзья! Закончился наш марафон международный, который был посвящен винтажной моде «Винтажное лето 2019». И сегодня мы подводим итоги 13-го дня, который был посвящен спорту. Итак, я объявляю нашего главного победителя, который получает вот эту замечательную сумочку под названием «Французский лак». Это девушка с аккаунтом, который я потом отражу в видео. Поздравляю! Но помимо этого у нас еще есть три дополнительных приза. Группа мужчин в полосатых купальниках с таким аккаунтом получает шелковый галстук. Винтажный совершенно новый галстук 70-х годов. Поздравляем! Девушка-руконосчица с таким аккаунтом получает у нас винтажные чулочки. Одна девушка, которая придерживается деревенского стайла с таким аккаунтом, получает у нас набор винтажных бижутерий 80-х годов. Ну а сегодня я перед вами предстала в образе девушки-ковбоя. На мне настоящая ковбойская шляпа 70-х годов, рубашка хлопчата бумажная 70-х годов, пояс и настоящие ковбойские сапоги. Все это новые винтажные вещи. До новых встреч, друзья!